Добрый день, уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды Первого банка мониторинга fairmonitor.com. И в этом сюжете мы хотим повести речь об одном из новичков раздела «Эксклюзив листинг» нашего хайп-монитора, который расположился там несколько дней назад. Проект под названием BitTonex, по легенде, что описано на его сайте, занимается разработкой и популяризацией криптовалют в современном мире. Обладая опытной командой и закаленными руководителями, администрация проекта утверждает, что может принести стабильный пассивный доход любому желающему пользователю сети интернет. Сайт BitTonex выглядит достаточно просто, но на деле это даже помогает при его изучении. Дополнительно отметим, что интернет-портал проекта обладает авторским дизайном, работает на лицензионном скрипте и оснащен SSL-сертификатом шифрования данных от компании Komodo. Перейдем к маркетингу. В BitTonex нам доступны 4 тарифных плана, но рабочими можно считать лишь 2. Это 7% в сутки сроком на 20 дней при вкладе от $20 и 110% выплаты через 5 суток для инвестиций от $50. Для остальных тарифов минимальная сумма входа составляет от $1001 США, и они будут доступны лишь самым рисковым инвесторам. Хотя, если так задуматься, то непонятным остается последний афтерплан, где нам обещают 120% выплаты через 10 дней. По сути, такой размер профита можно получить, дважды прокрутив значительно меньшую сумму. Создать вклад или заказать выплату из BitTonex можно, используя Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum и Litecoin. По информации, что имеется на сайте проекта, все выплаты производятся моментально, что, конечно же, большой плюс. Есть у фонда BitTonex и партнерская программа. По ее условиям вы можете получать дополнительную прибыль в размере 6% от вклада лично приглашенных пользователей и по 1% от депозита реферала во второй и третьей линиях. В личном кабинете инвестора на главной странице вы увидите основную статистику вашей учетной записи, а в разделах меню можно создать депозит, заказать выплату, посмотреть список своих вкладов, проанализировать финансовую историю, получить доступ к реферальному меню и установить настройки аккаунта. Что до поддержки пользователей, то в BitTonex мы имеем следующие инструменты: система тикетов, адрес электронной почты и контакты саппорт в Telegram. Ну а на этом у нас все для вас. До новых приятных встреч, дорогие друзья!